Привет! Сегодня я к вам с рецептом супа с грибами. Знаю, что многие из вас сейчас постятся, поэтому рецепт будет актуальным. Расскажу, как подготовить грибы перед добавлением в суп так, чтобы они сделали суп еще вкуснее и ароматнее. Итак, займемся грибами. Свежий шампиньон 300 грамм порежем на пластинки. Берем подходящий противень, кладем грибы. Грибы подсаливаем примерно половину чайной ложки. Добавляем 2-3 столовые ложки растительного масла, немного черного перца. Перемешиваем, разравниваем на противне. И ставим в разогретую духовку на минут 15 при 180 градусов. Конечно же, грибы можно просто обжарить на сковороде, но это будет совсем не то. Из духовки грибы получаются намного ароматнее. Подготовим овощи. Луковицу порежем кубиками. 2 клубня картофеля порежем соломкой. Небольшую морковь натрем на терке. Берем сковороду, наливаем немного растительного масла. Кладем сначала лук, обжариваем его до полупрозрачности, иногда перемешиваем, чтобы не подгорел. Одновременно берем кастрюлю, наливаем 2 литра воды и доводим до кипения. К луку добавляем морковь и жарим еще пару минут. Подготовим рис. Отмеряем 50 граммов риса. Я предпочитаю добавлять рис янтарь от Мистраль. Это отборный пропаренный рис, прошедший несколько этапов очистки, благодаря чему рис не нужно перебирать, а зерна имеют одинаковую ровную форму и янтарный цвет. Такой рис в супе не разбухает и не превращает его в кашу на следующий день. Рис промоем, воду сливаем, отставим в сторонку. Кстати, расскажу вам про одну классную штуку – генератор рецептов. Это очень удобно, когда дома ограниченный набор продуктов. Выбираешь основу, указываешь, что есть из продуктов у тебя дома, ингредиенты можно даже просто сфотографировать. Нужно выбрать постное или не постное блюдо, и нейросеть предложит множество вариантов рецептов, а ты просто выбираешь по своему предпочтению и готовишь. Очень рекомендую. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании и попробуйте приготовить рецепты вместе с нейросетью от Мистраль. В кипящую воду кладем картофель. Добавляем рис. После того, как лук с морковью поджарится, кладем сразу в кастрюлю. И варим до готовности овощей и крупы минут 15. Теперь добавляем запеченные грибы. И варим еще минут 5. Добавляем зелень, пробуем на соль, если нужно, добавляем. Даем настояться минут 15 и можно подавать к столу. Несмотря на то, что этот суп постный, он очень вкусный. Когда нет поста, я в такой суп добавляю сливочный сыр. Получается тоже очень-очень вкусно. Если не сложно, оставьте любой смайлик под видео, если вам понравился рецепт. Если возникли вопросы, задавайте мне их в комментариях или пишите мне в Телеграме. Буду рада помочь. Кстати, у меня теперь новый Телеграм-канал. Старый восстановить не удалось. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе о выходе новых роликов на всех моих соцсетях. Так как сейчас я публикую новые видео не только на Ютубе, но и, например, на Одноклассниках или ВКонтакте. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!